Всем привет, друзья, вы на канале Frame of Endgames, меня зовут Леонид, а у нас сегодня с вами Poppy Playtime. Я еще, короче, сразу начал... Глава 1. Будучи бывшим работником компании Веселья Час, вы наконец возвращаетесь на фабрику спустя много лет после того, как все внутри исчезли. Вот так вот внезапно. Я, короче, сразу записываю после Undertale, поэтому у меня что-то тут музяка... Вот с таким настроением надо играть в хорроры, я тебе скажу. Я буду абсолютно прав. Вот так. Так. Я, кстати, в прошлом видео забил. Ты что-то понимаешь? Я нихуя не понимаю, поэтому буду пиздить сам. Вот. Чё, блядь? Да похуй. Короче, я в прошлом видео забыл включить подсветку, поэтому видос будет без подсветки. Так, надеюсь, ты этого даже не заметил. Ну давай, блядь. Видрес. Just one. Погнали. Just one. Просто один. Веселый час. Привет. Меня зовут Копи. Я Ропью. Тебе нравятся мои ножки? Блять, ну такой себе. Мне кажется, такие куколки будут покупать только взрослые волосатые мужики. С такими ножками-то. Роза. Poppy Playtime. $6! Нихуя себе! Бачи, сколько это? Погоди, сколько? 6 бачи умножить на 80, это... Дабы! What's the time? Погоди, 6 бачей, погоди, сколько? 6 на 8. 6 на 8. Ебать, математика, 48. Это получается 480 рублей, так дешево, что ли? Ебать, там сколько? Factory Towers. Ты можешь отдельно за $3 покупать запчасти, что ли, на нее? Ебать. Бля, запись лагает. Сука, вот эти кассеты, которые, нахуй, это... Уже все, пиздаем, короче. И бывает такое, ты что, вот эта вот пленка смотришь что-нибудь, там начинается что-то очень непонятное. Poppy Playtime. Poppy. Жопа время игры. Вот так это называется. Каждый думает... Палка. Депрессивный 10 лет назад. Где сейчас найди цветок? Надо найти цветок. Потому что у кого-то депрессия 10 лет уже, и ему пиздец нужен цветок, иначе это вся беда. Загрузка идет. Надо 10 лет... Ой, блядь, представляешь? У челика 10 лет депрессухи. 10 лет он, сука, на этих, на антидепрессантах сидит, а ему всего лишь цветок нужен. Приветствую. Здравствуй. Здравствуй. А что, блядь, что с оптимизацией? Эскейп, чтобы поставить на паузу. Вот это я понимаю. Если мы будем обсираться... Сейчас я проверю, все хорошо. Все заебись. Все заебись. Только надо сесть прям. Сесть прям в конце концов. Вот. Все заебись. Погнали. Так. Ёбаный в рот. Ну побежал. Кушайте зелень. Прямо как Брон. И у вас все будет заебон. Ешь, чтобы открыть дверь. Буги-бот. А, это эти танцевульки, бля. Это эти боты, которые... Роботы, которые танцуют. Они такие, типа... И там... Кто смотрит Undertale, тут поймет, конечно же. Что это, блядь? Зачем я здесь? Мне цветок нужен, дайте цветок. Ёбаный в рот, это вот этот робот. Бедняга. Ну да, вот он двигается, такой... А что делать? А что, блядь, погоди. Может громкость повыше поставить, чтобы если тебя обосраться там, прям, чтобы прям слегка вой так навалить. Чтобы все сиденье обдрестать. Я еще, короче, блядь, сейчас, погоди. Я монитор еще так вот сделаю, чтобы посветлее было. Яркость не хочу прибавлять, ну ее нахер. Хотя, может быть, и стоит. А я могу перепрыгнуть? Могу, смотри. Не открывается, сука, не работает. Ну давай, в конце-то концов. Да ебаный в рот. Чё такой низкий? Как отсюда теперь выбежать? Все, пиздец, застрял. Блять, застрял, ты прикинь. Ебаный в рот, застрял. А чё делать? А чё, а погоди, а как?
А, бля, игру перезапускать все? А, нет, смотри, перепрыгнул. Он что, короче, ебать, стрём. Нахуй такие нужны? Для взаимодействия. Хуй. Так, ладно. Погнали тогда искать... что искать? Цвета искать. А, вот, смотри. Зеленый. Блять, красный, желтый, розовый, зеленый. 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 Вот и все. Так, мы зашли куда-то там. Что это? Что это за хуйня? Кассета. О. Ну, а, во. Старые телеки такие прикольные. А, время игры. А, Грэб пак. Это для... Ну, ладно. А, так, нихера себе установочка большая какая. Это какие-то ловушки. Hold boss cannot. Cannons. Pluy target to file. Play again to retract. Hold to grip onto object. Only fire at small object handles. Do not fire at the kovoru. They may cause injury. Vire is conductive used to revering. Спасибо. Используй Great Park по надобности. Время игры. Ну, блять. Я думал, там для... А не для притягивания предметов. Я надеюсь, вообще видно было в камеру то, что я... Ладно. А, давай, бери, ебать. Ух ты. Ух ты. Ха! Нихуя себе наебашит. А можно? А у вас ног нет, так неинтересно. Я-то уж хотел. Так, смотри. Хуяк. Хуяк. Сейчас тут кто-нибудь выбежит, а мы такие уже наготове, да? А мы уже наготове. А, я не хочу. Кассета. Здорово. Ты пизди помедленнее. Эй, пошел в пизду. Даже субтитров нет, блядь, не позаботились. Я считаю херово. Так, ну прыгни. Теперь ты прессер. Бля, что-то мурашки по коже пошли. Красное. Это мы еще кафетерия. Это мы еще красную не нашли. А ты будешь ходить? Здорово, Питень, давай. Эй, плейтайм. Так. Ой, бля, закрыто. Innovation. Инновация. Это я знаю. Это я знаю, это мой уровень английский, конечно, заебись. Инновация. Тестинг. Закрыто. Блять, страшно. А! Дура, что ли? Че? А есть у меня инвентарь? Ну-ка, погоди. А инвентаря нет? Ну, погоди, повер. Погоди с повером. А, тут надо две, я понял. Блять, ебать ты чудик стрёмный. Ёбаный в рот. Давай, наверное, подключу все-таки. А чё мне такое маленькое, не понял. Погоди. Да, а, вон, принять, погоди. Ебать, я в 1200 ебашил. А, так ничего не изменилось, да? Так, ладно, погоди, мне надо яркость. Надо яркость повыше сделать. Повыше сделалась яркость? Ну, погоди. Вот давай смотрим на вот этот стул. Настройки. А, да, изменилась яркость, смотри. Ну, она здесь лучше стала видно, потому что я что-то щуриться заебался. Так, погоди, а что это? Ай, блядь! Ёбаный в рот. Закрылась. Охуенно. Что делать?
Ебать, стрёмно. Все в кровище, блядь. Тут вроде никого нет. Ой, блядь, да ёбаный, чё там? Нихуя себе. Вот так, что ли, надо? Помните, будьте добры к другим, пунктуальны, вежливы, не пытайтесь пугать Лейтона Пьера, блядь, кого? Какие-то локальные шутки? Не, задерживайтесь после 8. Не злоупотребляйте временем компании, не мешайте работе машин, не выходите в крыло инновации, не авторизовавшись. А, это типа сотрудникам уже вся хуйня приписывается. Они типа специально придумали, чтобы персонал ходил с такой хуйней и так вот делал? Или нет? Мне чисто интересно. И почему включилось электричество, раньше его не было? Я нихуя не понимаю. Как выйти? Ну все, пиздец. А можно я нахуй выходить не буду в пизду? Ёбаный в рот. Вроде никого. Тише. Он так тише ходит. Тихо, блин. Я так подумал. Возьми коробку. Блять, возьми хоть что-то. Ты не пройдешь, пидорило. Тут это. Блять, ну даже я ее могу перенуть. Я не хочу туда идти! Сделай френда, сделай друга, блять. Иди нахуй. Там хуйня какая-то была. 0.5. Я не хочу туда. Нахуй туда идти. Какой в ад! Ой, блять. Ну нахуй. Да ебать. Дай в ад пойду. Сука! Тут, короче, еще у меня форточка открыта. Ай, блядь! У меня еще форточка открыта, и, короче, это... Блядь! Открытая форточка и ветерочек подул холодный. Я сейчас обосрусь. В пизду закрой. Сейчас оттуда хуйня выйдет, да? Ёбаный в рот. Где желтая кассета? Пчелка. Пиздец, стрёмно. Блять, нахуй такие игры придумывать? Вы чё, ебанулись? Я теперь понимаю, почему все пиздюки и это покупали эту дрочь. Вот это Playtime, блять. Хоги твердит. Не забывай отдыхать. Хоги, иди нахуй. Хуй там. Стрёмно, пиздец. Ебать, смотри нахуй, стрём. Посмотри, где ты голова? Ёбаный в рот, как это страшно. На превьюшку пойдешь? Вот так. Я вообще не ебу. Блять, страшно. Вот, смотри, давай вот так. Вот превьюшка. Хаги твердит. Давай пятюню. Надо найти две руки, чтобы лаконично смотрелось. Ты давай это, не это. Да возьми ты, ебаный в рот. Ты не можешь, что ли? Страшная пизда. Блять, я сейчас открою дверь, а там эта хуета. А куда мне бежать? А куда бежать в случае чего? Я ж не убегу. Ёбаный в рот. Что ж так страшно-то?
А ну отдай нахуй. А ну, блять! Нахуй! А тут есть какая-то электроэнергия? Или это как работает? Да давай уже сюда ее. Блять, стрёмно. А, так у нее мало, это мало мощности. Она еле-еле работает. Ну погоди, тут есть что-то? Нихуя непонятно. И что мне делать? Ну там две руки надо. Ну туда я не хочу, в ту дверь идти. Я ее рот ебал. Ну погоди, здесь тоже ничего нет. Здорово. Блять. Ладно, хуй с тобой. Надо чуть-чуть открыть. А, это место. Погоди, тогда не понимаю. Открывай. Открывай до конца. А, что это такое? Красная рука. Нельзя. Погоди, а... Будьте аккуратны. Хрупкий груз не ронять. Чё, блядь? Да возьми ты, сука, я уронить хочу, блядь. Сука. Всё это испортил мне. И чё? Нихуя не разбилось. Так, ладно. Ну мы... Блядь, а где кассета? Мне интересно, где кассета? Я хочу кассету. Очень сильно хочу кассету. Нам что, надо сооружать что-то из коробок, чтобы куда-то пройти? Или нет? Как же ты стрёмно бегаешь, пиздец. А где желтая? А где я ее проебал? А тут есть желтая? Блять, стопудов есть. Я проебал где-то ее. Так, давай искать желтую. Ищи со мной, ищи со мной. Ищи вместе со мной, значит, это долго будет. Обидно будет то, что если я ее на самом деле проебал где-то в начале. Вот это будет обидно, потому что я же не понимал, что их надо собирать. Так. Ну пока что ничего страшного я не вижу на этой игре. Надеюсь, то, что здесь... Блять, хотя мы бегаем, по идее. Я очень сильно надеюсь, что тут не надо будет часто бегать. Очень сильно это надеюсь. Тут нет. Тут тоже нет. И тут нет. И тут нет. А! Все, заебись. Заебись, побежали. Так. Вырубай шарманку. А, ты мне руку берешь? Это хорошо. Но пока что все не сложно. Нам, скорее всего. Ать! 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 Прикольно! Ать! Побежали! Я, короче, хочу кое-что сделать. Чем? Я где-то желтую кассету проебал. Они вообще нужны, нет? Вот смотри, вот так вот сделаем. Вот прививка, другое дело. Так, и центральным я уберу. Ать, ать. Вот так. Ать. Вот это я понимаю. Так. А, блять, ебало открыть. Погоди, надо ебало скрыть. Ебало скрыть, чтобы нормальную прививку пошла. Че? Погодь. Ща, погоди секунду, Погоди секунду, Хаги, погоди секунду. Где она есть? Хуяк. Блять. Где это? А где? А как? Хуяк. Хуяк. А, давай все уберем. Хуяк. 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 Да. Вот и все. Побежали.
Все, теперь мы можем бежать и открывать основную дверь. О, тоже открывается. Не, не хочет. Вот честное слово, вообще не хочу туда бежать. А, блядь. Ёбаный в рот. Сейчас пиздец начнется, я тебе отвечаю. Это вступительное, знаешь, всегда как вот это. Нет. А, мы забыли открыть эту штуку. А, тоже не работает. Погоди, точно. Надо же это. Сейчас, запустить. Надо запустить. Я забыл. Хуяк. Хуяк. А, но еще, кстати, не... Ты ебаный в рот. Там никого нет? Не мешайся мне, иди в пизду. Так, ну-ка пошли. Ну-ка пошли с тобой. О как. Хватай, чтобы замкнуть цепь. Чё хватать? Так не хватается же. Так не хватается. Хватай, чтобы замкнуть цепь. Так не хочет, блин. Открой! Эй! Ёбаный в рот. А как? Блять, опять дует ветерок. Да в смысле? Тут еще какая-то есть? Я ее не вижу. Так не хватается, вот в чем суть-то. А ну вот давай, хватайся, блядь. Прикольно, титькой массы такими, а. Давай. Оп, 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 оп. Хватай, чтобы замкнуть цепь. Так она не хватается, блядь. Так, погоди. Может быть, как-то надо... Хуяк! 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 Может, как-то по основному линию, типа... Так не хватается же. А-а-а. А-а-а, еба. Ебать. Ебать. Вот это, конечно, ты даешь. Так, погоди, а может быть тогда... Херак. Смотри. Херак. Вот и все дело-то. Я просто не знал то, что там есть еще проход, второй проход. Я поэтому и как бы не понял нихуя. Я надеюсь, что сейчас никакого скримера не будет. Ай, блядь! Ну это же не страшно. Но я двигаться не могу, поэтому просто стоим и смотрим. Да хуйня все это, уже не страшно. Уже не страшно. Новая территория, мне страшно. Так, погоди, если это новая территория? Ебать. Так, ну тут проход на второй этаж есть. Сколько минут прошло? 24 минуты. Заебись, у нас еще играть, 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 играть. Погнали. Никто не уйдет без игрушки. Требуется энергия. Наш основатель Элиот Людвиг был провидцем. Он дал старт достижения веселье час, и несмотря на удивительные вещи, что он создал, машина Сибири друга одна из самых удивительных, невероятных и продвинутых.
по сей день компания несет ответственность почти за каждую игрушку веселей час, продаваемую на рынке. Все, что нужно, это снабдить нужными деталями, и затем машина сама покрасится, берет и приведет проверку качества игрушки. Отпала необходимость сортировки или непосильном труде. Эта машина может все, и даже больше. Требуется энергия. А энергии нет, я так понимаю, да? Так, ладно. А как... Не запускается. Не хочет. Не запускается, сука. Так, ладно, пойдем наверх. Пойдем наверх смотреть, что там. Блять, я еще и розовую кассету проебал. Где все эти кассеты находятся? Так, тут опять, видимо, какая-то головоломка. Да ебан в рот. Ага. Ага. Так, не понял. Чё? А чё? Так, погоди, это чё? Да ебан в рот. Вот это желтая хуйня. Возьми. Не хочет. Так, ну погоди, нам надо куда? Ну, допустим, ладно, хорошо. Давай, вот так. И туда, видимо, да? Ёбаные головоломки. Головоломки. Так. Ну, передвинь в конце-то концов. О! Нихуя штырит. Было бы так в жизни. Нихуя непонятно. Но очень интересно. Еще какие-то желтые штуки. Так, цик, давай-ка мне мозга не еби и рассказывай, как правильно делаешься. Так, а если мы сейчас... Надо сюда, короче. Ага. А почему я не могу напрямую ебануть? Без понятия. А, вот почему. Так, ну допустим, хуяк. Давай. А я могу припрыгнуть? Ёбаный в рот. Опять штырит. Давай, иди. Воспитание счастья. Установи сироту сегодня. А почему, блядь, рука белая, одна, вторая черная? Это типа они так намекают, то что возьми, пожалуйста, темнокожего, да? Возьми темнокожего, потому что они бедные и несчастные, что ли? Или что, я не понимаю? Почему вы так считаете? Вообще не понимаю. А! Что, блядь, за расизм, ёбаный? Так, ну-ка. Эй, блядь! Сука, не дали. Ты моргаешь? Ты видел, он моргал? Сука, он моргал. Я тебе отвечаю, он моргал. Смотри за ним. Он моргал? Ёбаный в рот. Да ёб, давай. Так, допустим. Ага, наебал систему. Так, а дальше что делать? Хуяк. Хуяк. Ну давай. Давай. Прикол. Давай подумаем. Так, ну пока висим. Возможно. Возможно такое. А, кстати, может быть ее надо вверх или вниз? А какая хуй разница? Да в смысле? Я пока не понимаю. Я пока не понимаю, как дать энергию. Я туплю, пиздец. Make a friend. Сделай друга. Звучит максимально странно. Сделай друга. Мне кажется, так маньяки думают, которые расчленяют, типа, людей.
Такие, типа, сделай другу себе. Он хочет... Каждый маньяк хочет сделать себе друга. Поэтому он как бы расчленяет и пытается что-то с этим сделать. А как? Это пуль пиздец. Да как, ебать? А как? Чё за хуйня? Чё за хуйня, бля? Вот здесь происходит. Давай. Ну, вариантов не так много. Зачем мне вторую делать, я не понимаю. Я не понимаю. Еблык. Еблык. И все нахуй. На этом закончилось. Не понимаю, я туплю пиздец. Может, тебе как-то перевернуть надо? Возможно, сейчас мы, не утрачивая возможности, как бы это... Вот, смотри, мы сейчас по факту что сделали? Что так, что без этак? А может быть, надо всего лишь одной? Слушай, ну смотри, мы сейчас одну обгибаем. Мало? Мало в натуре? Надо еще? Ебать. Так, ну в любом случае она коснется. Нет! Сначала это гибать. Потом это гибать. А, так просто. О! Чё это? Смотри. Мы теперь можем сделать друга! Пойдем делать друга. Пойдем ебашить друга. А что, у нас будут страшилки какие-то? Будут какие-нибудь страшные штуки? Кровь. Так, ладно. Ну-ка. Питание включено. Ёбаный в рот. Сука, мурашки по коже пошли, погоди. Страшно. Мы делаем друга. Ребят, вы не против, да, то, что мы делаем друга? Никто не уйдет без игрушки. Я так понял, надо потом игрушку туда положить. Это что, реально надо сделать игру? Пизду. Это надо реально сделать игрушку, чтобы потом выйти отсюда? Я переживаю, я боюсь. А я не хотел такую! Я хотел куклу вот эту вот с щелками в начале игры. Чё за, блин, это, тигриха? Я тебе говорил, сука, он глаза открывает. Смотри на меня смотрит. Смотри, сука, на меня смотрит. Смотри на меня смотрит, падла. Страшно. Я могу как-нибудь перепрыгнуть? Сюда уйти? Вон туда куда-нибудь. Куда бежать-то? Игрушка. Отдай. Ну смотри, мне теперь надо положить ее сюда. А мне страшно. Сканировано. А где игрушка? Сука. Беги, дурак! Беги!
Не надо! Да как ты такой большой пролезаешь здесь? Беги! Быстрее! Не надо! Не надо, я не хочу в это играть, говно! Куда? Не надо, не беги! Не беги, не убивай! Быстрее! Беги! Куда-нибудь! Ай! Бля, ладошки вспотели. Да беги! Пизды. Смотри, нам нужен красный цветочек. Вот дырочка очень сильно похожа на анус. Нам туда. Сколько минут прошло? 36 минут. И хорошо. Ой, как хорошо-то, а. Кассета. А я их вообще не собираю, видимо. Я где-то проебываю все время. Блять, отчество. А. Ну да, конечно, как и тут заметишь. Давай послушаем. У-у-у, горло содрал, сука. Фух, бля. Эти хорроры. Найди лог. 006. И нихуя не понимаю. Ты похуй. Блять, всю косу, все, у меня стресс. У меня стресс, я боюсь. Мне страшно, бля. Беги, стой, не входи, беги, обернись, опасность. Что ты пиздишь? Никого там нет. А я могу сохраниться? Я не могу сохраниться? Хочу в дверь. Ой, как громко было. Зачем такие комнаты создавать? А я хочу тебе. Я прятаться могу? Пострём. Я открыл твой ключ. Ой, мурашки-то! Ой, бля. Вот так вот. Вот такая вот игра. Там их три части. Я не знаю, будем ли проходить вторые, третьи, четвертые, вторые. Вот, все. Давайте на этом заканчивать. Я открыл куклу, я ее забрал, и у нас все чудесно. Просто эта тварь, она упала в небытие и растворилась там в кислоте, мразь такая. Вот, если вам понравилась игра, ставьте лайки, оставляйте комментарии, пишите, хотите ли вы продолжение второй, третьей части. Там эти DLC-шки есть, я куплю их, пройдем, если вы захотите. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все, всем до скорых встреч, до новых игрушек. Всем пока.